Я не успеваю читать ваши сообщения, потому что нахожусь на работе. Такое интересное сообщение получил. Интересно оно потому, что недавно я спросил, да, у подписчиков, многие люди приобретают наши курсы, мастер-классы, повышаются с помощью них доходы, а некоторые не делают почему-то этого. И мне вот истинно хотелось понять причину, почему так происходит. Я задал вопрос. Люди говорят, что я хожу на работу, мне некогда даже прочитать ваши сообщения. И тут сразу в голове у меня возникает вопрос. Вот вы когда ходите на работу, да, вас устраивает ваш уровень дохода на этой работе? Если он устраивает, то вопросов нет. Но если вам кажется, что денег недостаточно, то тогда имеет смысл прочитать некоторые сообщения, которые я отправляю, потому что там есть реальные способы, чтобы это изменить. А как понять, что денег недостаточно? Вот скажите, живете ли вы в жизни своей мечты, да? Делаете ли вы каждый день то, что вы хотите делать? Можете ли вы купить себе машину такую, какую вы хотите? Можете ли вы, все ли вас устраивает в ваших жилищных условиях? Вас вообще устраивает уровень ваших доходов? Вас устраивает уровень вашей свободы, уровень времени? Есть ли у вас вообще свободное время, да? Если это не так, если у вас нет свободного времени, если ваших доходов недостаточно для того, чтобы вести ту жизнь, которая бы вас устраивала, то стоит задуматься, может быть, все-таки прочитать некоторые сообщения. Потому что на этой неделе мы очень много говорили про смету. Смета – это как раз тот инструмент, который позволяет видеографу, да и любому человеку в любой профессии, особенно в творческой профессии, буквально вот так, щелкнув пальцем за 15 минут, превратить тот доход, который у него был, в 3 раза его повысить или в 5 раз. Дело в том, что не все видеографы, они, скажем так, адекватно могут оценить стоимость своей работы, и многие ее занижают. Так вот, когда мы составляем смету, мы можем привести уровень нашей цены в соответствие с тем, что мы должны получать. Если вы хотите это сделать, если вы хотите получать больше за ту качественную работу, которую вы делаете, то вебинар, мастер-класс по смете – это решение для вас. Поэтому все, что я рекомендую вам сделать, это сейчас записаться на него, потому что совсем скоро мы его уберем из открытого доступа, с продажи, и будем предлагать только в составе дорогих обучающих программ. Слишком ценный продукт, чтобы его сейчас вот так вот в розницу продавать, как мы это делаем. Поэтому, если вы хотите еще мгновенно увеличить ваши доходы, то записывайтесь сейчас.